В принципе, в клинике есть все необходимое для того, чтобы обеспечить бытовые потребности человека. Естественно, надо взять свои личные гигиенические принадлежности. И, в общем-то, все то, что вы хотите сами взять в клинику без особых ограничений, ну, в разумных пределах, разумеется. Что я имею в виду? Свою собственную одежду вы можете взять. Вы можете взять свои книги, которые вы хотите почитать. Вы можете взять свой ноутбук, телефон, какие-то свои любимые вещи, которые вы хотели бы иметь рядом с собой. В общем, все то, что вам необходимо на один день, если вы делаете операцию бандажирования желудка, или на 5 дней, если у вас выполняется лапароскопическое желудочное шунтирование или один из видов гастропластики. Особых ограничений и запретов у нас в клинике нет.